Guten Tag, liebe Freunde, guten Morgen. Das ist Deutsch in der Klasse 6 und das ist die Deutschlehrerin Людмила Павловна. Unser Thema am Ende des Schuljahrs, ein lustiges Maskenball. Und heute sprechen wir über die Kleidung. Итак, наша тема в конце учебного года «Веселый бал масок», но сегодня мы говорим на тему «Одежда». Для того, чтобы мы смогли успешно работать, прошу поставить видеоурок на паузу, достать словарную тетрадь, будем записывать новые слова к теме «Die Kleidung». Итак, первое, что вы запишете, это сегодняшнее число и название слов, которые вы сегодня запишете. Тема «Die Kleidung». В скобочках «одежда». Я буду говорить, не останавливаясь, а вы сами при необходимости ставите урок на паузу. Die Stunde beginnt, los. Die Hose, die Hosen. Вот это «не» означает, что во множественном числе добавляется «н». Штаны, брюки. Die kurze Hose, шорты. Die Strumpfhose, колготки. Die Unterhose, трусы. Die Jeans, джинсы. Das Kleid, Kleider, платье. Die Weste, жилетка. Der Anzug, die Anzüge, костюм. Во множественном числе Züge становится. Das Hemd, die Hemden, сорочка, сорочки, рубашка имеется в виду. Die Bluse, die Blusen, блузка. Der Rock, die Röcke, юбка. Das T-Shirt, футболка, майка. Der Pullover, свитер. Das Sweatshirt, толстовка. Die Jacke, куртка. Der Mantel, пальто. Der Anorak, зимняя куртка. Die Regenjacke, плащ. Die Sandalen, сандалии. Die Socke, носок. Der Schuh, ботинок. Die Turnschuhe, кеды. Die Hausschuhe, тапочки. Также различные аксессуары. Das Tuch, платок. Der Bikini, бикини. Die Brille, очки. Die Armbanduhr, наручные часы. Die Halskette, цепочка. Das Armband, браслет. Der Ring, кольцо. Der Ohrring, серьга. Если две серьги, то Ohrringe. А теперь познакомимся со сказочными героями, которые встречаются у нас в теме. Rotkäppchen, дословно переводится «красная шапочка», так и есть Rotkäppchen. Carlsson, Kai und Schneekönigin, Aschenputtel, Барон фон Мюнхгаузен. Чтобы нам познакомиться еще и с другими сказочными героями, откроем учебник Seite 246, 246. Übung 6. Шестое упражнение. Повторяйте за мной. Aschenputtel. Aschenputtel. Schneewittchen. Schneewittchen. Белоснежка. Pippi Langstrumpf. Pippi Langstrumpf. Пеппи – длинный чулок. Tom Sawyer. Tom Sawyer. Rotkäppchen. Rotkäppchen. Красная шапочка. Max und Moritz. Макс и Морец – это литературные веселые герои в детских книжках немецких. Die Schneekönigin. Die Schneekönigin.
Снежная королева. Барон фон Мюнхгаузен. Барон фон Мюнхгаузен. Барон Мюнхгаузен. Ханс mit der goldenen Gans. Ханс mit der goldenen Gans. Ганс с золотым гусем. Теперь посмотрели у этих сказочных героев. Открылся сундучок, и какие у них там костюмы и одежки. Unsere deutschen Freunde haben heute viel zu tun. Sie nehmen Kostüme zum literarischen Karneval aus der Kleiderkiste und verkleiden sich. Was gibt es hier? Итак, что здесь есть? Слова читаем вместе. Die Hose. Мы уже знаем, что это штаны, брюки. Die Mütze. Шапка. Die Damenschuhe. Женские туфли. Die Jacke, куртка, пиджачок, der Hut, шляпа, das Kleid, платье, das Kostüm, костюм, die Herrenschuhe, обувь для мужчины, die Bluse, блузка. Посмотрим на следующую страницу на картинке и что под ним подписано. Die Bluse, die Blusen. Блузка, блузки. Der Rock, die Röcke. Юбка, юбки. Die Kappe, die Kappen. Кепка, шапка. Der Schuh, die Schuhe. Die Jacke, die Jacken. Der Strumpf, die Strümpfe. Die Hose, die Hosen. Das Hemd, die Hemden. Das Kleid, die Kleider. Ну, это одежда для сказочных героев. А сейчас мы с вами давайте посмотрим, а современная одежда, как она будет по-немецки. Переворачиваем листочек и страница 249. Der Regenmantel, die Regenmantel. Это плащ от дождя, когда дождевик. Das T-shirt. Die T-shirts. Die Krawatte. Die Krawatten. Der Anzug. Die Anzüge. Die Jeans. Der Pullover. Die Pullover. Der Schal. Die Schale. Der Mantel. Die Mäntel. Der Handschuh. Die Handschuhe. Die Schirmmütze. Die Schirmmützen. Der Sportanzug. Die Sportanzüge. Итак, задание такое. В течение нашего видеоурока вы должны были записывать новые слова по теме одежда. Об этом было сказано в начале урока. Кроме того, вы должны посмотреть еще в учебнике на страницах 246, 247, 249 и выписать оттуда те слова, которые не встретились в видеоуроке, тоже по теме одежда. Выполненную работу следует отправить 22 мая своему учителю немецкого языка на электронную почту, которая здесь указана. Die Stunde ist zu Ende. Danke für die Arbeit. Alles Gute. Viel Erfolg im Lernen der deutschen Sprache. Auf Wiedersehen.